Охрана общественного порядка – одна из приоритетных задач городских властей и силовых структур. Благодаря совместной работе за последнее время удалось сократить количество противоправных действий и трагедий на дорогах города и области. Лучших дружинников и сотрудников полиции отметили в ходе гарнизонного инструктажа силы и средства МВД России по Кировской области на центральной площади Кирова. По сравнению с прошлым годом, численность народной дружины по охране общественного порядка и добровольческой дружины содействия безопасности дорожного движения выросла в 3 раза. Сейчас полицейским помогают 855 человек. Они принимают участие в охране порядка и обеспечении безопасности на всех культурно-массовых мероприятиях и спортивных соревнованиях. За 5 месяцев года совместно с сотрудниками полиции дружинники выявили почти 3000 административных правонарушений. Добровольцы патрулируют улицы города, обеспечивают дорожную безопасность в микрорайонах школ, проводят профилактическую работу. Я всех вас рад приветствовать искренне и надеюсь, что в качестве вашей службы, в качестве ответственности вас перед своим народом будет вызывать только уважение народа по отношению к вам. Кировская городская дума и администрация города проводят последовательную работу по поддержке добровольных формирований и их финансированию. Я уверен, что такая совместная работа позволит нам решать вопросы наведения порядка в городе более качественно, в преддверии тех праздников, которые нам предстоит провести. А это день рождения нашего города, день России. Это главная задача. В 2013 году выделено более 1 000 000 рублей на поощрение работы дружинников, страхование их жизни и здоровья в период работы, а также приобретение проездных билетов. Лучших добровольцев отметили благодарственными письмами и ценными подарками. Анастасия Войнолович, Сергей Щекин, Вести, Киров.